Наверное, нет в мире собак популярнее, чем белка и стрелка. Им впервые удалось больше суток летать вокруг планеты в настоящем космическом корабле и вернуться домой живыми и невредимыми. Именно четвероногие друзья проложили путь человеку в космос. Мало кто знал в то время, что до удачного полета белки и стрелки было загублено 18 собачьих жизней. Возникает вопрос, почему в качестве подопытных кроликов были выбраны именно собаки? Во-первых, отечественные физиологи издавна использовали их для опытов, знали их повадки и особенности строения организма. Кроме того, собаки не капризны, их легко тренировать. Первых кандидатов на полеты в космос искали не в элитных питомниках, а в подворотнях. Первый собачий отряд состоял из обычных беспородных дворняг, которых отлавливали, отмывали, откармливали и распределяли по научно-исследовательским институтам. Поскольку кабина ракеты была рассчитана на маленький вес, ученые задали жесткие стандарты. Потенциальные космонавты должны были быть не тяжелее 6 килограммов и не выше 35 сантиметров. Но почему выбор пал именно на дворняг? Ведь существует немало пород собак, отвечающих заданным параметрам. Ученые и медики справедливо полагали, что бродячие собаки, вынужденные бороться за выживание, проходят естественный отбор. Закон улицы знаешь какой? Все против всех и каждый за себя. По закону улиц побеждает сильнейший. А значит, именно такие собаки способны выдерживать максимальные перегрузки. К тому же дворняги неприхотливы и быстрее привыкают к персоналу, а значит, их легче дрессировать. Кроме того, отборщики не упускали из вида и эстетическую сторону вопроса. Ведь было очевидно, что в случае успеха фотографии собак будут украшать первые полосы газет. Четвероногим космонавтам будут рукоплескать телезрители со всего мира. Так что кандидаты на полет проходили и своеобразный фейс-контроль. Будущие звезды должны были быть симпатичными, стройными, обаятельными, с интеллектуальными мордашками. Собаки прошли все виды испытаний. Они могут длительно находиться в кабине без движения. Могут переносить большие перегрузки, вибрации. Умеют сидеть в своем экспериментальном снаряжении, давая возможность записывать биотоки сердца, мышц, мозга, артериальное давление, характер дыхания и так далее. Сначала собак запускали не в космос, а в стратосферу, на высоту 100-150 километров. Всего с июля 1951 по сентябрь 1962 состоялось 29 подобных полетов. 8 из них закончились трагически. Маленьким героям не досталось ни почести, ни славы их четвероногих коллег, побывавших в космосе. Первой рассекреченной собакой стала дворняга Лайка, которая была отправлена на орбиту 3 ноября 1957 года. Еще до старта ученым было ясно – это камикадзе. Тогда возвращать корабль из космического полета еще не умели. В начале 1960-го было принято секретное решение о полете человека в космос. Назначался и срок – декабрь 1960 года. К полету уже все было готово. Оставалось выполнить одно условие – в космос должны успешно слетать два корабля с собаками. Первый такой экспериментальный полет закончился неудачно. И тогда, 20 августа 1960 года, был запущен корабль с белкой и стрелкой на борту. Они-то и были признаны настоящими космонавтами. Белка и стрелка стали всеобщими любимцами. Их возили по детским садам, школам, детским домам. Журналистам на пресс-конференциях давали возможность собачек потрогать, но предупреждали, как бы ненароком не цапнули. Стрелка дважды приносила здоровое потомство, милых щенят, которых мечтал бы приобрести каждый. В августе 1961 года одного из них попросил лично Никита Сергеевич Хрущев.
Этого щенка и отправили в подарок жене и дочке президента США Кеннеди. Слава Юрия Гагарина, первого человека, покорившего космос, была фантастической. И, конечно, затмила триумф «Белки и Стрелки». На одном из банкетов Юрий Гагарин, поднимая бокал, сказал: «До сих пор не пойму, кто я, первый человек или последняя собака». Так первый космонавт, отчасти в шутку, отчасти всерьез, поблагодарил своих четвероногих предшественников, проложивших ему дорогу к звездам.